Всем прекрасного денечка. Да, у нас снег валит, у нас красота. Кузя, у тебя должно быть хорошее настроение сегодня. Ну-ка, улыбочку быстренько сделал. Улыбнулся, зая моя, быстренько. Вот, хвостиком это хорошо. Молодец. Потому что мама тебя накормила хорошо. Да, да, мама тебя хорошо накормила. Ты моя зая, и вышла к тебе. Я вижу, настроение хорошее. Давай, интервью. Давай. Кузенька, ну-ка давай на камеру. Нам что-нибудь обязательно для подписчиков надо сказать. Давай, Кузя. Все тебя слушают внимательно. Сынок, давай. Да. Вот так. Вот, 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 вот. Да, да. Ты конь. Все поняли, что ты конь. Нет, не конь. Ты не эта мысль, да? Нету. Подожди. Не это ты хотел донести до всех. Ладно. Ой, ты моя Зоя. Зоя моя, мамина. Да, да. Ну, давай, давай. Дальше. Рассказывай. Рассказывай. Я поняла. Да, да. Нефиг рассказывать. Мам, пошли бегать, гулять, прыгать и в сугробах валяться. Да, Кузь? Да, да. Кузя, ну пошли. Вот на эту горочку залезем. Ты моя Зоя, я знаю, что у тебя настроение хорошее, потому что ты столько нахомячился и вышел. Да, пупсик мой, пупсик мой. На горочку залезешь, показываешь, как ты это делаешь? Мам, вот ты как это делаешь. Ну-ка, нет, не получилось. Разбег плохой был взят. Ты моя Зоя. Давай еще раз, Кузя, вперед, иди сюда. Сынок, давай вперед, вперед. Ну-ка, давай еще разочек. Ой, и снег сегодня хороший. Сегодня он просто очень вкусный. Ой, Кузька. Кузя, а как ты туда залезаешь? Мне прям вот очень интересно. Каждый раз так мучаешься, да? Проваливаешься? Переел, да. Вижу. Ну что, пошли. Пошли, погода прекрасная. Настроение вообще шикардосное. Так, а нам точно туда надо? Кусь, ты иди, я буду тебя преследовать. Ты моя Зоя. Да. Так, роспись. Это обязательное условие. Бегом, бегом. Давай, я тебя буду преследовать. Боже мой, какие у нас сугробы, ребята. Да, какие у нас сугробы. Нет, туда я не пойду. У меня нет желания туда идти. Нет, не. Да, вот именно. Бежим дальше. Бежим. Ой. Сбег кто-то от меня, сбег. Кузька сбег. Ладно, я по другой дороге пойду. А я пойду по другой дороге. Так, пользуюсь случаем, передаю привет своим родственникам, которые меня смотрят, нас с Кузькой смотрят. А родственники у нас из Украины. Да, так что у меня еще и такие корни есть. Виктор, привет тебе. Выходи из тени и хоть какой-нибудь комментарий напиши. Да, надеюсь, что у вас все хорошо. Так. Кузьма. Кузя. Вот Кузя там что-то застрял. Так. Ты кого там узрел, Кузька? Кто там, Кузя? Кузя, там никого нету. Не выдумывай. Иди сюда, сынок. Иди сюда быстро. Блин, какие хлопья крупные. Классно. Снега столько, что Кузьку не видно. Дорожки все. Да. Почти в Кузькин рост.
Лентяй еще по сугробам вообще ходить не хочет. Вот лентяй. А снег как хрустит шикарно. Как снег хорошо хрустит. Тихо у нас. Так, Кузя застрял. Видимо, там сугроб, он там не хочет идти. Ага. Ой, ленивый. Ну иди сюда ко мне, Кузя. Кузьма. У нас вот, представляете, какие дорожки. Широкие. И высокие. Снег высокий какой. Сколько нападало. Да? Иди сюда. Подойди ко мне, пожалуйста. Подойди ко мне. Давай. Покажи, как ты меня слушаешься. Всем покажи. Да я понимаю, утомила я тебя. Кузя! Кузя! Он вообще не любит сниматься. Он вчера у меня так... У него такое было хорошее настроение, как я только включила камеру, Кузя отвернулся и ушел. Кузя! Ну что случилось-то? Ты что, обиделся, Кузя? Ты что, домой хочешь? Вот тебе, на тебе. Вышли погулять. Да, Кузя? Я поняла. Все, настроение ноль. Угу. Нет, а у меня здесь закрыто. Да я поняла. Ты домой, походу, хочешь, да? Домой? Потому что после того, как покушаешь, поспать надо. А мама выгнала. Еще гулять заставляет. Да. И снимает еще ведь. Вот ведь какая. Да. А ребенок спать хочет. А у ребенка должен быть режим. Ну, пошли спать. Пошли. Домой. Я вижу глаза соловые. Ты сейчас на ходу уснешь у меня, сынок. Пошли спать. Вставай. Идем спать. Да. Пошли. Тема, я сделаю такое. На маму смотрит. Кузь, пошли. Не ложись, не ложись. Пошли. Кузя. Давай, бегом, бегом домой. А, вот на лавочку это хорошо. Давай. Ой, прям вот. Сейчас вообще прям шедеврально получилось. Да. Ну ты же сейчас на лавке заснешь. Да, снег. Снежинки какие хорошие. Да? Ты моя зайка. Зайка, ты моя сладкая, да. Мамина. Застеснялся. Стесняшка. Пошли спать. Пойдем. Пойдем спать, моя зайка. Пойдем. Ой. М? Ты мне лапу даешь. Ты дружишь со мной, да? У тебя, вон, смотри, сколько снега там на лапе. Пошли. Я ушла. Кузя, я ушла. Кузя, ко мне. Кузя, ко мне. Ой, ты моя умничка, какой послушный ребенок. Вот это да. Да, потому что домой хочется. Да. Ну пошли, пошли, пошли домой. Бегом, бегом быстро. Пока нас снегом не завалило. Давай. Спать надо. А то спать опоздаем. Ой. Да, Кузя?
Давай. Ты домой хотел? Вперед. Давай, заходи, вперед. Ну вот. Пожалуйста. Что и требовалось доказать. Кто-то домой хочет. Все, ребята, хорошего вам дня.